продуктовых в полном понимании этого слова в городе не открывались. Последний базар открылся в 83 году, это был Алавединский базар. И вот спустя много лет, сегодня мы открываем современный городской базар именно для вас, горожане. Кирчане, я вас поздравляю с сегодняшним великолепным днем. От имени депутатов городского Бишкека, от себя лично, что у нас прекрасный рынок, именно базар открывается в центре, в городе. Главной целью было создание в магазине именно атмосферы, сочетающей европейский рынок и национальный дух. В оптимизированном ассортименте акцент сделан в основном на товары средней и премиальной категории и по самым выгодным ценам. Дамы и господа! Дорогие мегалентно перерезаны, осталось только распахнуть двери, открыв их этим символическим ключом. Как вы здесь заметили, все производители местные, Чуйская область, Ошская область, Жалабадская область. Это те сельхозпродукты, которые выращены именно в Кыргызстане. Данный рынок, как вы видите, теплый, современный. Здесь можно заходить без верхней одежды и покупать все необходимые продукты питания. Здесь стоит Джурат Заки, это Закирович, который вот, по принципу московских рынков открыл такой рынок. И я надеюсь, что таких рынков в городе будет очень много.